Всем привет, продолжаем путешествовать по городу. Малдискосельский проспект 30, архитекторы Фомичев, год постройки 1905, стиль модерн. По проекту архитектора Фомичева построен в начале века пятиэтажный дом номер 30 с эркерами. Верхние этажи дома облицованы светлым кирпичом, низ темной штукатуркой. Фомичев – костровской крестьянин, прошедший путь от рабочего строителя до известного архитектора. По его проектам в нашем городе возведено несколько зданий. Я пользуюсь сайтом City Walls. На 1905 год показывает владельцам участка Анечковых Александра Дмитрия и Ивана Ивановича. На 1907 показаны лыщики Анна Устинна, держащая легковой извоз, и сыновья. На 1917 хозяин дома показан Василий Степанович Степанов. В этом доме в 1907-1909 годах жил военный инженер-полковник Гильшер. В 1915 здесь было еврейское училище Хедер Могин Довид в памяти барона Гинзбурга. В 1956 булочная номер 26 межрайонного отделения Ленхлебторга. Она же была и в 1965 году. Да, здесь была школа Ленгарано Ленинградского района в 1965-м. Кроме того, здесь была школа номер 317 с углубленным изучением математики. В 1941 году до 1942 здесь жил Валентин Пикур, писатель. Жил во время блокады на Малдискосельском проспекте 30. Ну вот такие данные я нашел на сайте City Walls по адресу Малдискосельский проспект 30. Пока-пока, до свидания.